И здорово, варвары. Сейчас по-быстрому попробую рассказать вам, где лучше всего прокачать своего раба. И первое место у нас новый Асгард. NPC с Асгарда дают приблизительно от 2 до 9к экспириенса вашему рабу. И чтобы насобирать там 20 уровень, вам понадобится убить 743 NPC. Вот такое вот количество надо приблизительно до 20 уровня. Это не самое лучшее место, но если вы взяли раба не на высоком уровне, то лучше всего там. Перейдем к следующему месту. Следующее место — это мертвый город. Скелеты в мертвом городе дают приблизительно 12к экспириенса. Но естественно они будут потруднее, чем асгардцы. Вам придется убить 413 скелетов, чтобы ваш раб получил 20 уровень. Но заметьте, что лучше всего их одевать в тяжелую броню и давать двуручное оружие, такое как молот или двуручный меч. Желательно, естественно, легендарный. Меч Крома подошел бы вообще идеально. Но за неимением такого любая двуручка тоже сгодится. Главное, чтобы он был в тяжелых доспехах и на живучесть. Но это так, лично мое предпочтение, вы можете выбрать что-либо угодно другое. И переходим к третьему месту. И третье место — это ледяной, мать его, храм. На великанах можно получать 26к опыта, но при этом надо убить 256 рыл, плюс-минус пару штук. Но, естественно, вам там нужно будет и резист на холод, и самому не сдохнуть, и раба не погубить. Заметьте, что там качаться труднее всего, но и опыта вы получаете там больше всего. В общем, это, наверное, все, что я хотел вам сказать. Не забудьте, кстати, чуть не забыл, что Асгард — плохое место для прокачки животных и лошадей, потому что они часто тупят и их там взбривают просто. Так что Асгард не советую. А вот мертвый город для прокачки животных может и подойти. В ледяной храм животных также не советую ввести, сбреют начисто. В общем, наверное, все. Всем спасибо, пока. Я выхожу раз в месяц, зайду я, захожу в магазин и иду домой. Всю ерунду я давно оставил на потом. Диск установлен, разгоняем Силерон. Мир зловещий и чужой дрогнет под моей ногой. Я и монстр, и герой, я склинка. Эй, альфов не спасет ни магия, ни